может быть сложного в выборе унитаза? Ведь выглядят они примерно одинаково. Но тем не менее, есть нюансы, о которых лучше узнать до покупки. Начнем с материала. Основные – санфаянс и санфарфор. Специалисты объясняют, что хороший санфаянс сразу после покупки не будет особо уступать по качеству санфарфору, а цена – ниже. Но стоит помнить, что водоотталкивающий гигиенический состав, который нанесен поверх глазури, со временем смывается, и поверхность начинает быстро загрязняться. Санфаянс более пористый материал, санфарфор более крепкий, соответственно, дольше служит, не так забивается, не оставляет налет, на нем не остается. Ну и, собственно, в принципе, он крепче. По типу крепления унитазы делятся на напольные и консольные. Первые – классический вариант. Они легко устанавливаются, но имеют внушительные размеры. Сэкономить пространство помогают консольные модели. Устанавливаются при помощи инсталляции, в которой скрывается сливной бачок. Также важным нюансом при выборе является слив или выпуск в канализацию. Этот параметр стоит выбирать, отталкиваясь от типа канализации, который используется в вашем доме. Подвод воды, в принципе, может быть трех видов. Он может быть скрытым, боковым и нижним. Боковой тоже уже достаточно устаревший вариант. Он более шумный при наполнении воды. Нижний подвод, он более скрыт и тише наполняется бачок. Чистота и простота в уходе. Эти характеристики зависят от строения чаши и способа смыва. Есть прямой и круговой. Первый считается не самым гигиеничным, так как при смыве передние и боковые стенки унитаза остаются нетронутыми. В новых моделях чаще всего присутствует круговой смыв, а также система антивсплеск. Новые, скажем так, веяния в унитазах – это сейчас делают чаши без ободкова. Соответственно, туда ничего не забивается. Это гигиенично, легко мыть, легко ухаживать за унитазом. При выборе сливного механизма специалисты рекомендуют обратить внимание на арматуру со стоп-функцией. Она позволит регулировать необходимый объем воды. Ее можно купить отдельно и встроить в унитаз. При двухрежимной арматуре сливается либо 3, либо 6 литров воды за один смыв. Качественных и долговечных покупок!